Всем привет, ребят! С вами снова я, Миха Гриха. И сегодня бы я хотел рассказать и показать, что будет, если бы у всех людей были свои суперспособности. Итак, погнали! Наверное, это было бы глупо, если бы у всех людей были суперспособности, так как все могли делать все, что захотят. Например, у меня есть способность, допустим, невидимость, и за мной гонится полиция. Стой, я тебе сказал! А он такой, типа, окей, окей. И потом такой, куда он делся? Куда он делся? Ну или же представим тот же самый пример, но у преступника есть способность к регенерации. Стой! Ага, попался! Ну получи! Все, ребят, можем его оставлять. Он уже умер. Наверное, каждый мечтал иметь способность телепортироваться. Так вот, как бы это выглядело в нашей жизни. Где-то в недрах маршрутки. Алло, брат, слушай, не могу, за проезд надо брать. Да-да, сейчас, подожди. За проезд передаем! Ага, сейчас. Ладно, может, он меня не заметит. Эй, слышь, молодой человек, что за проезд не передаем? Быстро передавай, иначе на остановке высажу тебя! Или же, если человек умел бы летать. Алло, да, прости, не могу, я на самолет опаздываю. Сейчас, погоди. Здрасте. Что, уже улетел? Как, когда улетел? Что? Ладно. Черт. Алло, у меня вторая линия была, короче, у меня самолет улетел. Что делать-то? Ах, да, точно. Алло, ну ладно, я, короче, на самолет. Ага, давай. Самолет, стой! Подожди меня! Подожди! Какую бы способность выбрал ты? Пиши в комментариях. Ну а с вами был я, Миха Гриха. Всем до свидания, всем пока. Ребят, все? Я могу идти? Точно выключи? Точно? Все, чуваки, я пошел, давайте, пока. А, нет, стой, 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 погоди. Телефон забыл. Чё-то нет. Ладно.